не только стерегут осужденных, но еще поют, танцуют и играют на музыкальных инструментах в службе исполнения наказания Приморья. Это доказали на внутриведомственном творческом фестивале. Сотрудники и члены их семей объединились в ансамбле и подготовили номера в самых разных жанрах. Выступали в 4 номинациях – музыкальное, театральное, танцевальное направление, а также оригинальный жанр. В первом этапе 6-го Всероссийского фестиваля творчества работников УИС приняли участие больше 100 людей в форме. Подготовили около 40 номеров. Лучшие будут представлять честь Приморья в дальневосточном этапе. И если повезет, на финале в Москве. Данный конкурс прежде всего направлен на то, чтобы, так скажем, немножко отвлечь личный состав от их повседневных будней, тяжелых будней, поддержания, так скажем, нормального психологического состояния, прежде всего, сотрудников. Вокальные номера пришли к более народному творчеству. Это у нас будут баянисты выступать и 2 мальчика давно забытого такого творческого направления, как балалайка. Вот. Ну и плюс у нас принимают участие наши детки, детки наших сотрудников, которые своими руками изготовили костюмы и хотят сегодня представить. И причем костюмы сделаны из сопутствующих материалов, то есть из бутылок, из разного вида продукции, можно сказать, вторсырья.